Привет, друзья, меня зовут Олег Миотов. Я снова катаюсь в московском метрополитене. Сегодня мы с вами прокатимся всю Бутовскую линию, по всей Бутовской линии от станции Битцевский парк, вот она, я сейчас там нахожусь, до станции Бунинская аллея. И периодически вот только туда мы с вами прокатимся, потому что вот, и будем с вами выходить на станции. И сейчас узнаете, кто к нам придет, но, наверное, вы все знаете, что кто тут ходит, в том смысле, какие поезда. Битцевский парк тоже, в принципе, неплохой, я тут много раз был. Дамы и господа, тут русич ходят. Вообще. Это улучшенный русич с кондиционером, типа русич 4, что ли. Ну да, это он. Вот, давайте на него уже садиться. Пока что. Туда, что ли, сядем. На Битцевском парке я неоднократно был, я еще снимал один раз серию, когда у нас закрывали участок от Беляева до Новочеремушек. Мне приходилось тут ездить, и вы уже часть какую-то видели, но все равно, мы прогуляемся с вами по станции, которая тут находится, и только в одну сторону съездим, и все. Вот так у нас все будет. Сейчас пока что поезд направляться не будет, как только вот уже встречный поезд приедет, вот уже тогда начнем отправляться. А тут только вот такие вот русичи ходят. Русичи 4 и обычные просто. Практически те же, которые на Сокольнической линии ходят. И на Арбатско-Покровской линии, вот. Но тут некоторые русичи, они уже все обшарпанные, но все равно эксплуатируются, вот что. Так, ну где там? Вот. Дай боже, отправимся. О, надо бежать, все. Он едет сюда. А никто не успеем. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Лесопарковая. Для вашей безопасности. О, видите? Обшарпанная была. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. Обшарпанная лошадь. Наполовину. Мне показалось, или сейчас информатор такой был, сначала шепелявил, а когда сказал ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно, по-моему, больше не шепелявил вообще. Давайте покажу вам всю линию. Вот. Тут три станции. Закрытые, а остальные вот эти вот, они все открытые. Так, русичи дрожит прям. У меня аж страшно стало. Thank you.
Лесопарковая. Так, тут мы сейчас с вами прогуляемся по станции. Пусть уже поезд едет. Кстати, прикольно тут сделано. Так, Ручич нас покинул, но сейчас другой приедет, кажется, на тот путь, судя по таблу. Прикольная такая станция, в принципе. Ну, мы когда с вами тут катались, когда, ну, я говорю, что один раз закрывали участок от Беляева до Новых Черемушек, да? Я прям толком станцию не показал, мы просто мимо нее на поезде проехали и все. Так что сейчас уже все будет тут показано. Наш поезд еще через 3 минуты приедет, в принципе, я успею прогуляться-то. О. А это уже обшарпанный ручный половину. Ну, расцвет какая-то странная тут, под окнами. Так, ну ладно, едет туда дальше. Кстати, выход такой прикольный, а? О, прям на небо, вот туда. Но выходить из метро я сейчас не буду, не хочу. И тут сигнализация, что двери закрываются, типа нету. Не успеть же можно. Черный ручич какой-то. Телевизор. Так, ну что ж, давайте в нашу сторону стоять. Следующая станция будет, это улица Старокачаловская. Но она разделена как-то, то есть, чтобы показать мне вторую вам платформу, это надо мне наверх, а потом вниз. Поэтому я только одну сторону покажу, а она все равно другая сторона, вы уже, в принципе, ее видели. Во-первых, а во-вторых, надо, ну, говорю, такая же она, как и сторона, которая будет сейчас у нас. Я думаю, вы поняли. Как-то пусто тут на станции. Ну, по-моему, я бы назвал эту линию, это продолжение Калужско-Рижской линии. Чего они прям вместе не сделали? Пересадку зачем-то лишнюю. Лучше бы тут прям... прям уже продолжение сделали Калужско-Рижской линии, и все. Так, 40 секунд до прибытия поезда. Ну давай, где ты там, Русич? Вон он едет. Интересно, какой будет. Ну, скорее всего, вот этот обшарпанный наполовину, потому что на Битцевском парке такое действует, типа, да. Приезжает, который на высадку, то есть конечный, да, это уже будет следующий после того, как, который уехал с Битцевского парка на маршрут. Но это еще более-менее нормальный. Как будто у него окна запотели в дверях, а? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица Старокачаловская. Будьте вежливы, выступайте местами инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Так-то мы медленно трогаемся.
хороший, 4 образца. Такие вот ходят на Арбатско-Покровской линии, на этом, на теперь уже на Кольцевской линии, только вот у этих русичей корточек нет почему-то. Мало, кстати, уже. Куда приехали? На улицу Старокачаловскую. Станция улица Старокачаловская. Переход на станцию бульвар Дмитрия Донского. Вот, вы знаете уже, наверное, эту станцию, улица Старокачаловская, она зачем-то разделена, сейчас расскажу поподробнее. Как-то медленно трогается вообще. Ну, короче, эта станция, улица Старокачаловская, она разделена на две платформы. То есть между вот этой платформой и той, которой мы один раз были, да, находится станция бульвар Дмитрия Донского. Зачем ей так сделали, я не знаю, но в принципе так выглядит прикольно. Вы, наверное, не слышите, но я сейчас краем уха слышу, что там на другой платформе посадки нет вообще. Что происходит там, интересно. Мне прям идти туда не очень хочется, если честно. Вот. И типа бульвар Дмитрия Донского, она между двумя платформами станции улицы Старокачаловская. Вот. А вот русичи сюда прибывают. Я не думал, что так быстро прям. Они очень тут редко прям ходят, ну в том смысле по интервалу. Ну интересно, обшарпанный будет или нет. Мне тут с кондишеном как бы, ну то есть после 1740.4, русичи 4, да? Мне как бы больше нравится на этой линии. Выглядит еще очень даже. Ладно, проезжает и проезжает, в принципе, вы уже всю станцию увидели. А тут везде корочки на одном вагоне. Thank you.
Ладно, едем. Дальше у нас открытый участок сейчас будет. Вот там-то уже мы с вами полюбуемся им. Сейчас уже мало народу. Они всегда вот до сюда хотели доехать. Потому что там пересадка на бульвар Дмитрия Донского. И, короче, так. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица Скобелевская. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску во время каждой поездки. Одно окно, по-моему, вспотело, что ли, или как? Я, конечно, вам обещал за Москворецкую линию, то есть, типа, Беломорскую форму заснять, но придется это перевести на неопределенный срок. На неопределенную дату, точнее. Так, тут, походу, съезд на... вообще на Серпуховскую-Тимирязевскую линию там. Потому что если стоишь вот на бульваре Дмитрия Донского, там видно Русич, и как он заворачивает вообще. Это как бы, я думаю, что продолжение линии вообще. Наверное. Давай уж гони на полную, что ли. А вы пишите в комментариях, какую мне линию еще заснять, про какую прокатиться, и даже можете написать в комментариях, какой мне маршрут в московском метрополитене сделать. С какими пересадками, откуда до куда, я, короче, вы поняли, я думаю. Что происходит? Там что, съезд? Я почему-то думаю, что вот на таких лучах, которые тут русичи рано или поздно, они сломаются просто. Они так трещат прям. О, ребята, открытый участок. Дальше у нас уже будет открытый участок. Есть что посмотреть. Некоторые дома напоминают вот эти дома, которые в Ясенево стоят. Вот даже вот видите, там розовый дом. Девятиэтажка. Опа, Русич. Не, ну если придет сейчас вот тот обшарпа, на котором мы с вами видели, у которого расцветка странная, лучше на нем не поедем, что-то мне его расцветка не нравится. Пропустим, может быть, если он такой будет. А выход вообще снизу. Станция
станция улица Скобелевская. Ой, камеру прям дергаю. Уличная станция это вообще просто шик. Давайте проводим с вами Русич. Ой, еще один приехал сюда. А что у него? А, на нем посадки нет? Да ладно. На него посадки нет? Так, Русич уехал. Так что выход тут вообще, это легковое метро какое-то. А если вот, допустим, мы в лифт сейчас зайдем, да? То, блин, а давайте попробуем зайти, да? Сейчас он вниз нас поведет, потому что выход там внизу. Ну, попробуем. Ну-ка. Кто такой? Он, допустим, нажал, он тут странный какой-то. Не понял. Походу он не работает. Ну ладно. Это что на следующей станции спробуем? Там, походу, еще один Русич едет. Вы не видите, наверное, отсюда. Приближать уже камеру, наверное, не буду. Оу. Бутово. Тут сделать диаметр, что ли? Я его что-то не наблюдаю тут. Лифт какой-то странный, так что лучше его трогать не буду. Как будто он не работает, типа. Ну, правда, не совсем все видно, конечно, за вот такими стенками. Но хоть что-то видно, хоть какие-то домишки. Ну, блин, были бы почище стекла, сейчас бы было бы все видно, а так... Такого себе, конечно. У меня такое еще ощущение сейчас, что я типа в GTA 5 нахожусь, да? Это в такие вот станции тоже. Практически похожие. Опа, Русич приехал. Но это уже Русич 4. Хорошенький Русич. У него ничего не попорчено. А, походу, это тот Русич, который у которого расцветка странная. Лучше его пропустим, не могу. Просто на него смотреть. Почему они такие обшарпанные, вот такие именно Русичи, обычные? Ой-ой-ой, ну не-не-не-не. Серая расцветка, я не полез туда. Мне не нравится их расцветка вообще. Пусть он оттуда и уезжает. Сесть на следующий, как и будет. Ну, уезжай отсюда, Русич, пожалуйста. Я, конечно, тебя уважаю, но не такую вот прям раскраску обшарпанную. Да-да-да-да.
Перекрасить бы его. И подлатать, наверное. Потому что, по-моему, насколько я вижу, вот там сейчас попробую привлечь камеру, конечно. Потому что, походу, следующая станция. Ну да, кажется, да. Так что это не небольшой отрезок. Зигзаг сделаем, наверное. Потому что там следующая станция уже. Скорее всего, тут короткие перегоны будут. Я уже Русич там вижу. Я сейчас приблизил камеру. Вот. Еще и тот обшарпанный туда едет. Вот видите? Сейчас. Вон он туда едет вообще. Приезжает на эту станцию. Кстати, надо будет посмотреть. Если приедем типа на ту станцию, то назад на этот раз. Приблизить надо. А тут диаметр будут сделать. Бутово? Я не знаю. Тут, в принципе, никак и построек нету, чтобы диаметр был. А там что-нибудь видно, а? Ну, с трудом вообще. С трудом. Видно. Так, тот Русич. Вы сейчас не видите, сейчас мне опять надо камеру приближать, но он уже едет сюда. Так быстро причем. О, видите, он едет. По-моему, это тот, на котором мы с вами сейчас вот между Битцевским парком и Лесопарковым, вот на нем мы, по-моему, ехали. Опа. Ну, это еще более-менее. Давайте сюда залезем на него. А тут что-то густо. Дайте-ка я чуть-чуть подальше отойду, потому что... Ну, точнее, не подальше, а к другой двери подойду. Осторожно, там вроде двери закрываются. Следующая станция – бульвар Адмирала Ушакова. Стороны что? Блин, с обеих сторон. Были бы обе камеры, я бы с обеих сторон смотрел сразу. Все, кажется, мы с вами приехали уже на следующую станцию. Так и знал. Тут вот это оранжевый домик. Он, по-моему, поменьше был в этот раз, чем обычно. Вот в Ясенево, допустим, там побольше этажей там. Станция бульвар Адмирала Ушакова. Бульвар Адмирала Ушакова. Ну да, я так и знал, что типа... Сейчас посмотрим, давайте назад. Сейчас его проводим тогда, Русич. Так, а там уже еще один Русич приехал. Кстати, да, вот. Я отсюда, конечно, не очень-то и вижу, но... Сейчас вот Русич тот уедет, я тогда покажу. Блин, он... Этот тоже обшарпанный наполовину вообще. Ну-ка, тот лифт, интересно, работает. Я могу спуститься вниз, а? Панелька, ничего такая.
Почему они так медленно стартуют, а? Я бы уже, если тут, как бы гонял метрострой, я бы сразу прям нормально стартанул, как обычно. Там уже, да, Русь, уйди в сторону, а, мешаешь. Да, там, действительно, вот видите, наша предыдущая станция там. Ружич, уже Ружич там едет сюда. Через 40 секунд будет тут. Интересно, тут лифт работает? Я смогу там спуститься? Вызов персонала. Ничего себе. Лучше, наверное, не буду. Там что интересно? Не зайдешь? Нет, не зайдешь. Там почему-то заперто. Ну что ж, жалко сюда, к нам. Вон он, едет сюда. Ладно, поехали дальше. Сколько нам еще станций осталось, надо поглядеть по схеме. Так, это бульвар Адмирала Ушакова. Нам осталось две станции, улица Горчакова и Бунинская аллея. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — улица Горчакова. Запотело стекло какое-то. Держите за поручень. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. В этот раз туда сейчас посмотрю. Где-то у меня вот в тренинге тоже было. Я у кого-то дополнение видел, что типа есть тоже бутовская линия метро. Как-нибудь, если уж нормально установлю, то покатались. Класс. Какой-то обшарпанный наполовину вот этот домик. Он не оранжевый, а какой-то серый. Охра, что ли? Или как это? Назад смотреть не буду. Там, на этот раз туда. У меня вообще такое ощущение, что это такой маленький городок, и тут только одна линия метро вообще. Не, ну в принципе прикольно, все равно. Да Русич, ё-моё. Все, что мы приехали, это 40 метров берегу. Не так, как под землей. Станция улица Горчакова. О подозрительных предметах сообщайте там тоже лифт такой же, я уже тогда ломиться не буду. А я смогу спуститься там и тут же подняться, а? Наверное, тут только этот выход покажу, потому что у всех таких вот станций, они все такие же, на открытом участке. Все станции одинаковые вот тут, именно на этой линии. Так что у всех один и тот же выход, так что, наверное, успею сейчас спуститься. Пойдем-ка вниз. Уже в лифт ломиться не хочу, там все заперто нафиг. Чего? А, ну это кому надо, то читайте. О, видите, вниз прям. Я, по-моему, не вижу ту станцию предыдущую. Или вижу, не знаю. Сейчас вот через эти стекла не вижу ничего. Нет, смогу спуститься и потом тут же подняться. Видите, прям выход вниз.
Ну, это у всех вот таких вот станций на этой линии открытых. Одинаковый выход. Давайте сразу поднимем, что ли. Опа-на, Русь еще уезжает отсюда. Нам осталась одна станция уже. Вот. В принципе, выход я наполовину вам показал, но не стал уже выходить из метро. В принципе, и так нормально. Думаю, я. Там что, уже Русь едет? Не едет еще. Ну-ка, интересно, оттуда я с этого пути я что-нибудь увижу там? Ну, типа, следующую станцию. Ну, нет, я все-таки ее наполовину вижу, видите? Вот там выход, типа. Так что тут немножко видно. Видно тут станция в ту сторону следующая, а уже оттуда не-не, ну типа предыдущая. Опа, на Русь сюда уже подъезжает. Тоже обшарпанный будет, да? Да, у него наполовину краска слезла спереди. Ладно, нам одна станция осталась. Блин, тут опять стекло запотело. Тут везде, по-моему, на таких вот ручках стекла запотевают. Улица Горчакова. Двери закрываются. Следующая станция — Бунинская аллея. Next station is Бунинская аллея. Оу. Тут, по-моему, старый информатор с английской озвучкой и типа проезд метро НМЦК, вот это. А этот ручь нормально тронулся. Не как остальные медляки. Прикольно там. Ну-ка, там. Сюда. Все, что ли, приехали? Перегоны тут на открытом участке, конечно, короткие прям. Не ожидал. Вот приехали. Ничего, вот видите, ничего не видно. Ну. Рано остановился. Ну что ж, наверное, сейчас Русь уедет, мы с вами попрощаемся.
Ну что ж, ребят, сейчас. Ну да, лучше. Пусть они уедут, чтобы не шумели. Ну что ж, ребят, мы с вами. Это уже сегодня была Бутовская линия метро. Покатушки метро. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Также не забудьте подписаться на мой ВК, благодаря которому вы будете в курсе всех моих новых видео моего канала. Пишите комментарии, на каких мне линиях прокатитесь, чисто на линиях. Либо какой маршрут мне совершить в московском метро. Можете это и в ВК писать. В комментариях под ссылкой на видео. Спасибо всем еще раз за просмотр этого видео. Всем удачи и пока!